По-моему, что-то появилось. Это надо по интернету посмотреть. Я рекламу вроде видел по телевизору. Памятник ждущий, вот тоже по пути там недавно построили, моряков встречает, тоже такой красивый. Бредова видели, да? Нет, что? Ну мы только приехали. Памятник Бредова? Нет, мы только вчера приехали. Ну я просто сегодня смотрю, вы вроде ходите. Да не, мы вообще много посмотрели первый раз, мы вчера приехали. Ну это вот там рядышком. Мы только посмотрели. Где кафе «Юность», он прям... Мы ничего не знаем здесь практически. Вот. Я вижу, я снимаю, да, сейчас пока. Хотя, ну мы потом назад, когда пойдем, мы спустимся. А правее рубка от Курска, да? Ага. А от Курска, да, а где? А вот рядом с... Ее здесь как памятник установили, да? Да, как он называется? Ну, Курская подводная лодка, что? А, маятник, вот. Собор, ну собор, наверное. Не, вот этот. Маяк. Это маяк, да. Вот здесь рубка, да? Рубка прям за ним вот. А, вот, вот интересно. Здесь... Вот это уже важно, понимаешь, да? Вот. Уже хорошо. Вот отсюда, но он будет со спины, наверное. Со спины-то бог с ним, ладно, вот там уж слева снимем. Спины как-то не очень хорошо. Не, ну, не это надо на ту сторону ехать? Да, я понял, да, это далеко. Да, я понял. Ну, недалеко, минут 20. Да нет, ладно, просто. Нет, я на будущее. Я понял, да. В район Абрамыса, там еще самолет на Абрамысе. А какой самолет там, кстати? Военный, с войны. Нет, я... Типа мигов что-то. Видно будет это лучше. Объезжать мост далеко. Я по ту сторону. А так параллельно. Большой, который... Ребят, нам надо на мост потом еще тоже как-то попытаться с моста. Почему? Потому что, ну, здесь уже нам все 2-3 дня. Мы же хотим посмотреть, что к чему. О, колесо обозрения. Фонтан поставили. Сегодня что-то он не поел. А у вас, да, типа... Вчера вот, он пшикал. Это вот это ваше озеро, я понял. Это Семеновск. Угу. По-моему, да, я в Питере видел. А вот здесь внизу, у подножия, я понял. Все, да. То есть мы оттуда спустимся и прямо можем попасть. Да, не знаю, у вас как-то. Вот дом пионеров бывший. А вот белый купол торчит. Вот это вот океанариум. Большой океанариум? А вот купол. Я не был ни разу, честно. Нет. Сколько живу, не ходил. Не дошел.
приехали. Тогда кирпич убрали. Мы убрали. Только до сюда. Угу. Да они пока доберутся еще, они пешком пойдут, поэтому. Это же быстро нас, а мы же недолго-то не будем. Подорожало. Все надо. Там есть на вокзале ларек. Там с цеха привозят. Там здесь выбора больше. Тут. На вокзале там вяленые окунь, ёрш, семга, сырая тоже есть, замороженная. Но здесь больше выбора, в основном здесь берут. Это мы у себя будем. Рыб самим надо будет готовить. И ловить тоже самим. Не, купить. Не, мы замариновать. Ты где рынок? Сейчас, сейчас. Не доехали. Фоном семга написано сейчас. Вон там за столбами. Вон. Видите, на желтом семга, фоне. Да. Вот это рынок там. Рыбный. Ну, сейчас в другую просто сторону. Это на, как на Североморск. Ой. Это на любителя. Мне ерш. Он и под пиво, и так. Вяленый. И красная, соответственно, соленая. Бывает копченая, она подороже, подкопченая. Семга, лосось. Зубатка, треска. Горбуша. Там на любителя. Если коптить, так это семгу брать или лосось.
старый район Мурманск. Mm-hmm. До войны. Получилось, рыбу давайте заедем. Как это самое? Смотришь, Игорек. Пока здесь. За рыбой-то? А? Куда мы едем? Да что, заодно? С собой таскать. Не, ну ты же хотел, ты же тебя спрашивал. Она заморожена. Ты же спрашивал все время, я не знаю. Ты сам спрашивал, я поэтому говорю. Да заодно бы тогда. Ты же заодно получается. Нет, ну вот не с собой. Ну, ладно, едем, Алеша. Ну, единственный вариант, вот насчет рыбы на вокзале, павильончики, там мегафон, где связной там. Но у них там, по-моему. А через дорогу это сделано? Нет, прям на самом, на автовокзале. А, да. Ну там есть через дорогу, там подороже. Еще открыли, вот где вы садились, сейчас в такси. В Моисеге написано.